Ну чё там как? Да ничего. А у тебя? Не, брателла, голя! Ну чё? Кинули, он... Не, ну где там эта бабла? Эту чё, вы резать не добудем! Пацаны, я его прижал! Чувака, которого они сейчас поймали. А тут что? Шухи, пацаны!
Жмут! Потом! Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу. Это одноглазый или гонокор? Артём! Чё за... Можешь опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого не... Частного сейчас появится тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Что ж, мудрое решение. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ. Даже крыс нет. Они знают, что мы здесь. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Пойдем. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силу. Будь внимателен. Это очень опасно. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам... Замри, мы должны обойти. Не прикасайся к себе. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель.
прошу тебя, друг мой, не выключай свет. Иначе нам придется остаться тут навеки. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» здесь применимо. Мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Сосредоточься. Артём. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Идем же. Смотри вперед. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио. В сторону, Артём. Переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Идем же. Смотри вперед. Давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной,
Но не отходи ни на шаг. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. Мы сотворили с нашим миром страшное, неповторимое. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Сосредоточься. Этот несчастный из Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. Идем же. Сосредоточься. Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий талант. Так пользуйся и замри. Называем это аномалией. У нового мира новые болезни.
Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Будь осторожен. Чудовища возвращаются. Так оно и происходит. Живой пример. Прыгай на дрезину. Тоннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Думаешь ли ты, что люди полюса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Тебе не нужно отвечать. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Хан привел меня на Тургеневскую. Станцию снова атакуют.